Итак, дорогие друзья, мы продолжаем проходить 007 Agent Undefy. Следующая миссия у нас ночь, не знаю, шакала, накала. Шакала. Полетели. Опять мы в Румынии, снова, все же в Румынии. Сейчас будем смотреть, что тут у нас. Дальнейшие инструкции. Так, тут сразу пошла перестрелочка, как обычно. Меня интересно, видят или нет? Да, меня видят. Пошел вон. Такое чувство, что уже по мне стреляют. И скорее всего это не чувство, так и есть. Подонки. Блин, что-то тут начинается прям кипиш такой. Уже серьезнейший. И самое главное, что они выбегают с каких-то мест непонятных. Лично мне. Так, убиваем снайпера. Вот здесь можно, кстати, заныкаться. Угу. Блин, короче, говорят, что террористы взяли заложников и вход они охраняют. Нам нужно альтернативный путь найти. И следовать, короче, дальнейшим инструкциям. А где же тут альтернативный путь? Вот он, я нашел его. Отлично. Да умри. Так. Ага. Уроды проклятые. Альтернативный путь мы нашли. Убиваем снайпера, который почему-то падает с первых двух патронов. Это вентиляция? Вот что это постоянно горит? Я, кстати, в прошлый раз... Или... А, это можно прицепиться туда на чем-то, я понял. Это какая-то штука типа у меня есть. Не, не лазер. Вот это. Я так и знал. Я так и знал, мать его. Я захожу. Отлично, я здесь. Так. Мы... Кто-то здесь в посольстве опять голый. Та же женщина, интересно, что в прошлый раз была. Или нет? Это мужик, что ли? О, боже мой. This ordinary looking business card contains circuitry that will turn your watch into a skeleton key for digital locks. Its beam will disrupt any digital encryption. Quite clever, I dare say. Ого, короче, дал мне типа якобы обычную визитку с виду, но она открывает любые цифровые замки, насколько я понял. Опа! Как я, да? Просто по красоте разруливаю все эти ситуэйшены. Вот, сейчас мы здесь ее и используем. Видали, как я это делаю? Да, просто, сочно. Настоящий Джеймс Бонд. Так, давайте возьмем, у нас не хватает одного деления. С калашом наперевес. Начинаем наше приключение, точнее продолжаем. Малая. В тебя я стрелять, конечно, не буду. И надеюсь, ты не умерла, потому что я в тебя не стрелял. Специально, чтобы ты не умерла. То есть,
О боже мой, это что за... Видите, короче, главное не убивать заложников. Вот в чем. Вот, они попрятались. Все нормально будет, не ссыте. James Bond is here. Я сказал. А ну я сейчас... Ты где-то здесь, да? Заложники спасены. Все под контролем, дорогие мои друзья. Так. Теперь надо отсюда спастись, насколько я понял. Окей, не проблема. Я надеюсь. Нихера себе. Это с чего он выстрелил так? Тупо стену разорвало. Ну это тоже посольство, судя по всему, да? Уморите! Патрончики собираем, все ровненько. Здесь что-то есть. Ой-ой-ой, на снайперку взял патроны, блин. Снайперка мне нравится здесь. Она вообще безотказная, четкая, без отдачи. Так, здесь я не зайду, лифт. Пацаны припрятались. Перекрыли мне лифт. У меня осталось 3 патрона. Зато у меня есть вот такой УЗИ. У-ху. We've checked the embassy blueprints. They refer to an escape route to the roof somewhere in the rotunda. The only clue to its precise location is the phrase king and country. The terrorists are evacuating now, so you must hurry. Я должен поспешить. А куда мне спешить-то? Как мне отсюда выбраться-то? Блин. Уруру. Это что такое происходит? Я сейчас, если вниз прыгну, то я, наверное, убьюсь, скорее всего, да? А, я вниз даже и не прыгну. Она сказала, что глянули какие-то чертежи, типа там, короче, что-то есть где-то на крышу, как-то можно выбраться, если я правильно услышал, если я правильно понял. Но что-то я тут не вижу. Никаких предпосылок к этому. Ой! Блин, да не, по-любому сюда, скорее всего. Я, может, и не сюда. А ну-ка. Давайте еще сходим обратно, на всякий случай. Возьмем патрон на снайперку. Угу. Так, сюда я не вылезу, да? Блин. Давайте посмотрим, что у нас задания какие. Так, да, найти, короче, секретную тропу, скажем так. Блин, где ее найти? Не очень-то все это и просто. Должен я вам сказать, дорогие мои друзья. Мне кажется, что за каким-то флагом. Я еще в прошлый раз, когда здесь играл, помните, в этом уровне, я, короче, на эти флаги подозревал. Destroy Gunship. Ух ты, сейчас, короче... Блин, это круто, круто вообще, мне понравилось. Сейчас надо будет какую-то пушку уничтожить. Так. Малой, ты что, хочешь взрыв устроить? Никогда не надо. Так, у меня полный запас брони, на всякий случай. Я здесь оставлю, наверное, броник, потому что у меня... Это злая женщина? Заткнулась быстро. Где моя снайперка? Ай, ты что такое делаешь? А у меня снайперки просто нет. Я взял патронов на нее. Но. Блин, ты умирать будешь? Ну давай, 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 беги куда-нибудь. Так, а здесь что-то надо нажать? Нет, 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 нет.
Закончились патроны. Лови, малая. Ой, не докинул. О, сейчас докинул. Не очень пойму. Мне, конечно, надо, скорее всего, скинуть эту барышню. А, вот, тут где-то есть управление. Блин, да стой ты. Нифига себе, ты что творишь, малая? Толкаем ее сюда. Да, я так и знал. Как в фильмах про Джокера. И Бэтмена. Она упала, короче. Поэтому все. Ничего страшного. Я так и знал, что ее нужно скинуть. Вот еще у нас немножко армора. Это босс-вертолет или просто вертолет? А, это он улетел, типа этот фраер, короче. Или это женщина, кто там? Так. А ну-ка, вот оно что. Не-не, подожди. Что ты делаешь со мной? Где он делся? Эй, ты! Петух шоколадный. Вот ты где. Блин, это он стреляет там где-то из-под себя, что ли? А, патроны здесь кончились, я понял. Ладно, садимся в этот ствол. Ну-ну-ну, садись, чё ты? Давай. Сейчас надо под него зайти, короче, и... Эй-эй-эй-эй-эй! Где ты? Все, я надеюсь, он сейчас меня не собьет. Я не взорвусь. Куда он летит? Почему он за мной летит? Можно выйти отсюда? Тихо. Пусть он там упадет и взорвется. Я боюсь. Ну? Ой, я походу не зря оттуда ушел. Опа! Вот так вот, дорогие мои друзья. Уф, круто, это круто было. Блин, это жестко, жестко. Босс-вертолет, да, давно его не было в моей жизни. Прям как на 8-битке. Реально.